Всем привет! С вами Зверько. Думаю, вы по мне соскучиться не успели. Поступили просьбы рассказать о новом айтеме для магов. Жезл молнии. Это плюс 90 магической силы, плюс 30 регена маны и пассивная способность. При применении способности посох выпускает молнию, которая поражает до 3 целей. Урон молнии — это 150% вашей магической силы. И все это за смешную цену — 2050 золотых. Для примера возьмем Эйдору. При касте по лукарду мы видим два значения урона. Меньший — это урон посоха, который распространяется еще и по крипам, убив одного. Даже если мы задеваем несколько целей, молния только одна. 149 урона от посоха в соло-цель, а у Эйдоры 106 магической силы. 106 на 150% это 159, а мы видим 149, значит урон режется врожденную магическую защиту Алукарда. Я считаю, этот посох будет полезен комбо-прокастерам, которые ожидают шанса для внесения всего урона, как, например, Эйдора или Аврора. На этом все, пишите в комментариях на YouTube, разобрать ботинки на реген или новую сборку на Гордо. Всем пока! Download for free. Mobile Legends. Bang bang.